по развитию университета новой роли ИСИ. И, соответственно, для этого мы проводим конкурсы и другие мероприятия. Конкурсный раз мы сейчас выбираем проект для того, чтобы сформировать делегацию от университетов на корабли Марсайд Флот. То есть у нас очень простая, очень утилитарная задача. Это означает, что практически все из вас, кто подал свои проекты, кто даже не попал на сегодняшнее мероприятие, все вы, тем не менее, уже приглашены к участию в рабочей группе университета РТИ. Так что здесь вы можете быть спокойны, все уже в процессе. Однако я должен сказать, что работа в рабочей группе РТИ – это, с одной стороны, очень неформальная история, то есть вы все уже приглашены. С другой стороны, она ничего не гарантирует без ваших активных усилий. То есть рабочие группы начинают работать. В прошлом году, например, в нейронете участвовало больше 300 человек в создании дорожной карты. Но мера участия – это мера активности. То есть мы организуем специальный формат, это будет открытый формат, и через Facebook, и через очные встречи, и по-другому. И если вы будете активно включаться, то и вы сами, и ваши проекты будут туда активно попадать. Мы отдельно думаем над тем, чтобы регионам было удобно включаться в дистанционный формат, и мы это все понимаем. Тем не менее, включение в дорожную карту, то есть включение в рабочую группу ИДИ – это только первый шаг. За ним должна последовать, собственно, активная работа. И те ваши проекты, которые уже подготовлены, тоже нами рассматриваются как уже, так скажем, кандидаты в скоупе проектов дорожной карты. Но дальше ни мы, ни отборочная комиссия решает, какие проекты пойдут в дорожную карту университета. Это будет решать сама рабочая группа и даже, точнее, некая естественная логика всего этого процесса. То есть, скажем так, ну вот здесь, может быть, я Дмитрия Зинцова